Один из старейших городов на Британских островах, столица Шотландии Эдинбург, готовится перевернуть новую страницу своей истории. Уже в этот четверг жители города, как и всей страны, будут голосовать на не иначе, как судьбоносном референдуме о независимости, который может положить конец 300-летней истории Англии и Шотландии в составе единого государства. Впрочем, в самом Эдинбурге даже сейчас немногое напоминает о предстоящем событии. Центральные улицы, как всегда, полны туристов, а кто-то после трудного рабочего дня уже встретился с друзьями и наслаждается традиционной пинтой. Однако это лишь кажущееся спокойствие. Буквально у каждого в Эдинбурге есть что сказать о предстоящем событии. Я обязательно приду и проголосую за независимость, потому что правительство в Лондоне не должно указывать нам, как жить. Я тоже за суверенитет. Надеюсь, после этого жизнь здесь улучшится. Нам нужна независимость, ведь Шотландия так богата газом и нефтью, а большая часть этих денег уходит в Лондон и тратится непонятно на что. Я думаю, что победят сторонники сохранения единства. По крайней мере, я призываю своих друзей голосовать против такого рискованного шага, как отделение. Какое бы решение ни приняли шотландцы в этот четверг, уже сейчас известно, что оно будет окончательным. В ближайшие десятилетия ожидать повторения подобного референдума не приходится, что придает предстоящему голосованию еще больше историческое значение. Владимир Калинин, Григорий Зименков, ТАСС-ТВ, Эдинбург.